Приветствую всех на моем канале. Сегодня я хотела бы сделать небольшой обзор на троллейбус ЗИУ-9 в желто-синей окраске. У этого маршрута номера московские, то есть маршрут у него московский. И расцветка, насколько я знаю, она одна из самых редких, в которой перекрашивали эту модель. Сама модель довольно часто выходила, то есть форма одна, а раскраску у нее очень много. То есть производитель просто перекрашивал ее несколько раз. Но вот эта расцветка самая редкая. Насколько я знаю, всего несколько штук. Даже не знаю, может быть, штук 200 было выпущено, может меньше, не знаю. Но сейчас эта модель встречается очень редко в продаже и стоит довольно дорого. Остальные расцветки выходили почаще. Но опять же, я могу ошибаться, если я не права, поправьте, пожалуйста, меня в комментариях. И давайте приступим к обзору. Опять, как и в прошлый раз, у нас без лишних слов, я вам просто покажу модель со всех сторон.